Ситуацията на границата между Русия и Грузия. Включваме на живо от грузинската столица журналиста Гела Васадзе. С превод в ефир ще ни помага Цветана Накова. Господин Васадзе, добро утро. Добро. Продължават ли опашките по границата между Русия и Грузия или бяха само моментно, частично явление? Да, я понял въпрос. Да, конечно же, продължават. Да, продължават. Они многокилометровые, потому что там столкнулись не сразу несколько потоков. Во-первых, транспортные потоки. Те са много дълги, тези опашки, защото се сблъскаха няколко потока на пътници, на транспортните средства и други. В една ночь на западе границы России перекрыты, поэтому грузы в Армению и грузы в Турцию и наоборот. Едут через этот очень узкий горный... Западните граници на Русия са затворени, затова абсолютно всички товари минават по нашето направление. И фактически получается таким образом, что сейчас хлынул поток молодых людей, которые, конечно же, не хотят воевать. Към това се добави и поток от млади хора, които не желаят да воюват. Многих из них пока еще выпускают, но ситуация из России, но ситуация может измениться в любой момент. За момента Русия все още пропуска хора към другите страни, но това може всеки миг да се прекрати. Понятно, что едут и в другие страны, но в данном случае речь идет о том, что в Грузии очень либеральный визовый режим, очень либеральный миграционный режим. Хората пътуват и за други страни, но в Грузия режима е изключително либерален за преминаване на границите и за престой в държавата. Грузия има 800 км близо граница с Русия. В коя част точно е най-голямата концентрация? Откъде влизат руските мъже, бягащи от мобилизация? У нас один только пункт, единственный пункт. Ние имаме само един единствен пункт. Как называется пункт? Верхний Ларс. Верхний Ларс се казва. Да. Это высоко в горах, это тяжелый очень перевал. Много тежък път, да минава се през планини, да планински проход е това. Но все остальные пункты закрыты благодаря русской оккупации. Но всички останали пунктове са затворени заради руската окупация преди време. 20% территории Грузии оккупировано. Это Абхазия и так называемая Южная Осетия или Цхинвальский регион. Русия окупира два района. Едното е Цхинвалския район, другия е на Осетия преди време. И Абхазия. Да. И Абхазия. Казахте, че режима в Грузия е либерален. До кога обаче руснаците, руските граждани, които са на грузинска територия, могат да останат там? И такива ли са плановете им? Или просто транзитно минават от там? Все граждане любых стран фактически могут оставаться здесь до года. Всички граждани до една година, след което... А потом могут выехать за несколько часов за границу любую. Могат да напуснат... И потом вернуться и еще жить здесь. Могат да напуснат за няколко часа и отново да се върнат в страната и да продължат да живеят в нея. Поэтому понятно, что есть... огромные плюсы и есть огромные минусы. Затова това са огромни плюсове, както и огромни минуси. Плюс это то, что к нам приезжает, конечно же, креативный класс. Очень, кроме всего прочего, приезжают те люди, которые против войны и могут здесь уже делать себе политическое убежище на Западе. Плюс е, че идват хора, които са добре подготвени, креативни. Втория плюс е, че те могат след това да продължат на Запад и там да вложат своята креативност. Очаквате ли обаче някой от тях трайно да се установят в Грузия? Да, многие оседают, потому что ну, хороший климат, очень мягкий, атмосфера, налоги у нас очень низкие. Да, очаквам, защото климата при нас е много добър и данъчните условия също така. И так далее. Все прилети Грузии, горы, природа, сами понимаете. А само мъже ли идват към Грузия или говорим за цели семейства? Есть проблема. Но има проблем.
Есть проблема в том, что понятно, что при таком потоке большое количество агентов Путина, агентов России, большое количество инфильтрантов, которые могут создать очень... делать очень плохие вещи в Грузии, в том числе, если им понадобится создать какую-то напряженность. Проблема е, че ще минават и хора на Путин, които ще създават напрежение и проблеми в страната. А скажите, только мужчины переходят вашу границу или семьями люди идут? Нет, семьями люди переезжают. Хората преминават с семействата си, не само мъже. Добре ли са приети пък от грузинското общество? Знаем, че в момента страната икономически преживява един добър период и всичко това се предполага, че ще натовари бюджета на страната и че така финансово-икономически ще се отрази. Как приемат грузинците, руснаците, които идват при вас? Грузия вообще очень гостеприимная страна и принимают, но нужно хорошо понимать, принимают по-разному. Во-первых, это зависит от россиян. Если россиянин едет в Грузию и не хочет понимать, и не хочет знать, что Россия агрессор в Украине. Грузия е гостоприемна страна, но въпреки това тя иска да се проявява разбиране за това, че Русия е агресор. Что Грузия, что 20% территории Грузии оккупировано, а грузины, которые жили на этой территории, или изгнаны, или были убиты. Тези руснаци знаят, трябва да знаят, че 20% от страната е окупирана за взета и грузинците, които са живяли там, са се преместили на други места. То, естественно, это может вызвать крайне негативную реакцию у местных жителей. Естественно, по този повод местните жители могут да имат негативное отношение. Кроме всего прочего, нужно хорошо понимать, что у нас мы столкнулись с проблемой стагфляции, так называемой. Да, ние се сблъскахме и с проблеми, свързани с дефлацията, да. Нет, стагфляция почему? Потому что доллар у нас падает, потому что много долларов зашло. При нас влязоха много долари. Угу. А цены растут, потому что спрос большой. Таким образом, простой пример. А цените търсят, например, студентите, които си наймат квартири при нас? Очень дорого для них. Ну и так далее. Это очень социальное напряжение достаточно большое. Много скъпо, това предизвиква напрежение. Благодаря ви много за този разговор. Гела Васадзе, журналист от Грузия, с коментари и анализ на ситуацията там, на местна почва и територия, за опашките по граничния пункт, единствен, който той каза между Грузия и Русия. Тежък терен, но въпреки всичко километрични опашки от руски мъже и цели семейства, които бягат следствие на частичната мобилизация, обявена от президента Путин.